spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена приманка, которая как нельзя кстати подойдет любителям ультралайта. Она имеет миниатюрные размеры и маленький вес. А вот клюнуть на нее может как хищная, так и относительно мирная рыба. Итак, производителем этих воблеров является именитая японская компания Smith. Сама линейка называется iSea Surger. Давайте поближе ее рассмотрим. Такой крошечный воблерок относится к классу стиков. Внешне он достаточно точно имитирует рыбьего малька. Прогонистый корпус имеет плоское брюшко и максимальную высоту в первой половине спинки. Бока сплюснуты. В головной части расположены объемные глаза и носовая петелька. Заводное колечко отсутствует. Для столь легкой приманки оснащение дополнительными элементами, типа застежки или даже самого мелкого и легкого поводка, может привести к нарушению балансировки и потере привлекательности во время проводки. Длина тела составляет всего 25 мм, а вес равен 1,3 грамма. Это, наверное, одна из самых миниатюрных приманок в данном классе. Степень плавучести заявлена как отрицательная. Отметим, что во время паузы стик достаточно быстро погружается, покачивая боками. Исходя из этих характеристик, можно сделать вывод, что для обеспечения качественной проводки необходимо либо сильное течение, либо активная анимация удилища. Кроме как подобие в пропорциях тела, внешняя схожесть с мальком достигается путем окраски воблера. Они действительно похожи на маленьких рыбок – темная спинка, серебристые бока и брюшко. Но есть и некоторые другие варианты, например, полностью темные или в сочетании красного и желтого цветов. Большинство имеют голографический эффект. Для оснащения применен всего один крючок, установленный в хвостовой части. Это двойник небольшого размера, но достаточно острый. Более того, чтобы не утяжелять приманку, он установлен без использования заводного кольца. И обратите внимание, оба жала располагаются вверх острием. Таким образом, уменьшается риск зацепов за подводные препятствия, но при этом способность засекать рыбу не снижается. В связи с техническими характеристиками и условиями рыбалки, для iSea Surger можно применять различную анимацию. При сильном течении это может быть равномерная проводка или stop and go. Но в стоячих водоемах более актуален твичинг. В улове могут присутствовать как привычные окуни и мелкие щуки, так и белые хищники – ясь, галавы. В качестве экзотики выступают хариус и форель, причем как дикая, так и прудовая. Но также случается поимка совсем непрофильная для спиннинга рыбы – сороги и даже ротана. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.